Всем привет, меня зовут Миша. Думаю, по названию видео вы поняли, о чем пойдет речь. Конечно, это кликбейт, то, что все, YouTube каналу конец. Нет, но возможно, все-таки это будет, потому что мне придется продавать ноутбук. Возможно, это просто такой вкид. То есть, возможно, а возможно нет. Просто сейчас, так скажем, произошла очень плохая ситуация в моей семье, в которой нуждаемся в деньгах теперь. Ну, а еще одна причина потому, почему может быть конец канала, потому что я устраиваюсь на работу. То есть с завтрашнего дня я пойду уже работать, и мне 17 лет, кто не знает, но работать я пойду не как студент, не как этот, а именно, ну, как взрослый человек, можно так сказать, типа по документам, по всему меня возьмут, и я буду работать... Ну вот да, не очень, так скажем, хорошие новости, но что как. Плюс, ну, будет возможно подзаработать, возможно, все получится, я заработаю деньжат и не придется мне ничего делать, но в любом случае я должен был сказать то, что возможно все-таки YouTube канал конец, но даже если у меня его... Ну, если придется продать ноутбук, у меня есть телефон. С телефона я тоже могу делать обработки песни, думаю. Как-то там в Ютубе найду что-то, как делается. В принципе, я уже знаю несколько вариантов, как это сделать. Но все-таки я просто говорю то, что... Вот, да. Плюс, знаете, хочу немножко поговорить про работу. И, честно говоря, это моя первая работа. Ну, официально будет, типа... До этого, ну, нигде не работал. Я так, может, подрабатывал где-то, но... Нигде официально не работал так-то. И для меня это немножко странно. Плюс, кто не знает, я живу в Словакии. А как бы словацкий язык я знаю примерно, ну, на ноль примерно. Ну, типа, я чуть-чуть знаю, но в то же время я очень его плохо понимаю, потому что у меня нету особо разговоров на словацком. Ну, моя семья работает, поэтому они плюс-минус понимают, но тоже не все, но... Я вообще сижу дома практически всегда, поэтому я вообще в этом плане нуб. Но, как говорится, все впервые, поэтому не нужно меня отчаиваться, бояться. Плюс есть возможность заработать, и плюс на меня никто не будет прям надеяться, то что новичок придет там и будет все показывать, поэтому, ну... Плюс меня радует то, что я, скорее всего, попаду в группу к своей сестре, то есть там будет человек, с которым я знаком. Ну вот, вот такие вот, скажем, пирожочки, которые... Нужно решать и вопросики, и дела. Ну вот, да. Причина, по которой нужны деньги, ребят, не могу сказать, и почему вообще пришлось такое. Но вот, скажем, просто, как бы так сказать, там, просто нужно вовремя обращаться ко всему, ребят. Если у вас что-то заболело, идите сразу к докторам. Если есть возможность, едьте в лучшие поликлиники и так далее. Ну вот все, ребят, больше не буду ничего говорить по этому поводу, потому как не хочу. Честно, это лично, это семейно, я думаю, у каждого есть такое, никто не будет рассказывать на публику. Ну вот, да. Плюс, думаю, видео будут все-таки выходить, пока деньгами еще есть. То есть все в порядке пока с бюджетом, но просто я сказал как вклад, потому как мой ноутбук, пусть он и слабый, но он дороже всего, то, что тут у меня есть, он стоит дороже, поэтому... Думаю, евро 250 он выйдет, поэтому, ну, тоже неплохие денежки, да. Плюс, возможно, на рынке его продать, там, не знаю, может, за 270, ну, чтобы так торг поднять, но там посмотрим, потому как ноутбук сам в хорошем состоянии, то есть он нигде не поцарапанный, я за ним очень хорошо, ну, обращался, поэтому, да. Плюс у меня есть колонки, есть всякие микрофоны, есть мышки, поэтому продать то, что есть. И не только такой периферии, есть и другая техника, например, кофемашинка, там такой вот. Ну вот, то есть все с этим нормально. Но вот, просто, блин, я уже не знаю, сколько раз я сказал, ну вот, я вам говорю просто какая-то информация. Ну, простите, просто тавтология, я сейчас вот так вот в таком настроении, то что мне приходится повторять. Я понимаю, то, что вам это, возможно, неинтересно, но вот, да, ребят, простите то, что тавтологию так называю, но... Как вы понимаете, я все время записываю без сценария, без чего, без подготовки. Я сажусь, я прям вот говорю в микрофон, как оно есть, поэтому да. Много настраивал микрофон настройки, но вроде вот это выставил нормальные, то есть неплохие.
Там уже плюс-минус, сами можете громкость ниже, тише сделать. Ниже, тише, господи, что сказал. Громче, тише, да. Ну, там уже посмотрите сами, как вам. Поэтому, ребят, всем спасибо, то, что послушали меня. На этом все. Пожелайте мне удачи на работе. Пожелайте удачи мне просто. Вам тоже желаю всего самого наилучшего. Па. Чтобы у вас все было хорошо, ребят, в жизни. Будьте здоровыми, чтобы не болели. Особенно никакой болезни, которая не лечится, да. Поэтому всем спасибо, ребят, и всем пока.